Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Прошу всех простить за то, что на прошлой неделе не было программы, но повод был самый что ни на есть, наверное, правильный, потому что мы все смотрели, как играл «Спартак» с «Марибором». Обо всем об этом ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Ворониным и Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что ж, давайте сразу, как говорится, с места в карьер посмотрим результаты матчей Лиги Чемпионов, потому что они не могут не радовать российских болельщиков. Внимание на экран. Итак, ЦСКА, Бенфика 2-0. Спартак, Марибор 1-1. Многие, наверное, подумают, немножко я язвительно сказал в том плане, что не могут не радовать. Да, действительно, одна команда победила, другая сыграла в ничью. Кирилл, давай сразу про Спартак. Давай. Почему не выиграл Спартак? Почему не выиграл «Спартак»? Неудачно играли. «Марибор» продемонстрировал себя командой очень хорошо физически готовой. То есть, самое простое противоядие против быстрого «Спартака», они, потеряв мяч, они со скоростью Усейна Болта неслись все назад. И никак не могли они устать от этого дела. Поэтому, наверное, и не выиграли. Просто «Спартак» спустя рукава подошел к этой игре. Да я вообще забыл, там 1-1 было, да? 1-1, да, просто давно было немножко. Ну, ты знаешь, да, матч, конечно, неудачный, и вот сколько «Спартак» в этом сезоне... Но от этого матча все зависело. Нет, от этого матча, грубо говоря, ничего не зависело. От этого матча зависело все? Нет. Мы могли проиграть следующий последний матч Ливерпуля, могли бы проиграть после этого. Нет, нам все равно надо выигрывать у Ливерпуля, потому что Севилья все равно обыграет «Марибор», и как раз с турнирной точки зрения, это ничья, вот Каррер сказал, все удивились, что она нас устроит. Да, мы вышли в Лигу Европы. Именно с турнирной точки зрения, выиграли мы у «Марибора» или сыграем в ничью, вообще никакой разницы нет. Потому что одолеть дома «Ливерпуль» на его поле будет нам чрезвычайно сложно, а иного результата нам не гарантирует участие в Лиге Чемпионов. А если говорить персонально по игре, да, неудачно. Да, опять эти последние минуты злосчастные, которые «Спартак» 4 раза сыграл в чемпионате России 2-2, пропуская на последних минутах. Вот матч Лиги Чемпионов. Это то, с чем пока мы не можем справиться. Ну или, по крайней мере, боремся, но стабильности в этом плане нет. «Спартак» не может на классе обыграть такую команду, как «Марибор», у себя дома. Это объективно. Без эмоций, без самоотдачи не может. «Марибор» забил в этом турнире 2 мяча. Да. И оба «Спартаку». Да. И набрал 2 очка. И оба со «Спартаком». Совершенно верно, Олег. Не может, на мой взгляд, команда, которая претендует на что-либо, а «Спартак» явно претендует, с «Марибором» терять очки. Не может, да, это неправильно. На мой взгляд, это отсутствие европейского опыта, как у игроков, так и у тренера. Это прежде всего и Каррера составом немножко как-то на Европу за счет ротации или за счет чего-то, но выходят не те люди, которых хотелось бы видеть. Отсутствие опыта и отсутствие самоотдачи. Не может команда каждый матч так вот отдаваться, как матч с тем же «Зенитом». А на классе этого класса нет. Надеюсь, будет, но его нет. Чтобы выйти и так вот грамотно раскатать «Марибор» без всего, как вот «Ливерпуль», там 7-0, по-моему, да? Сделал там одной левой. У нас это не получается. Хотел бы обратиться к нашим телезрителям. Телефоны вы видите на своих экранах. Звоните и давайте пообщаемся о футболе, о тех событиях, которые произошли в мире спорта номер один. Сергей, помнишь, да, последнее участие «Динамо» в Лиге Европы? Да? У «Динамо» ведь тоже не было такого богатого багажа, что называется, европейского, и у игроков, которые в нем принимали участие. Но, тем не менее, если мы вспомним групповой этап Лиги Европы для «Динамо», «Динамо» прошли его более чем шикарно. Ну, я соглашусь с тобой, но до этого «Динамо» при Кобеле, они играли отборочную на Лигу Чемпионов, какой там, третий квалификационный раунд. Потом они попали в Лигу Европы. Ну, какой-никакой опыт на это был уже. И плюс, ну, почти больше половины игроков они остались, когда пришел Черчесов, и вышли вот они в Лигу Европы. Ну и состав был хороший, понимаешь, и сыгранность какая-то, и Черчесов, видно, умеет поставить. То есть состав «Динамо» тогда был лучше, чем сейчас состав у «Спартака»? Ну, по сыгранию, я думаю, да.
ты знаешь, да. И тренер, я считаю, это когда у вас Самба играл, да? Из Черчесов, да, Самба забил, кстати. Да, я помню, в результате чего вы прошли в группу. Черчесов, я считаю, тренер немножко посильнее, чем Карьера. Вот даже так? Даже так, да. Не зря он в сборную попал. Потому что, не знаю, нас не зря или не я, зря. Я объясню, не, почему. Не, ну точно опытнее. Нет, я, вот, правильно, молодец. Мне почему? Карьера привез Спартак чемпионство, в отличие от Черчесова. Карьера первый раз, да. Ну, привез, но он был всегда вторым. Вот он сейчас привез, да. Черчесов приводил и европейские клубы к чемпионству, и... Ну, польские. Ну, польские, почему австрийские? Австрийские. Хорошо, у нас есть телефонный звонок телезрителя. И сразу спасибо за то, что присоединились к нашей программе. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Я хорошо помню тот момент, когда забивали Спартаку ответный гол. Вот, единственный человек, наверное, помнит. Пустые ворота, потому что у передней штанги вратарь. А за игроком, который забивает гол Марибора, стоит спокойно выключившийся из игры Зобнин. И рядом, по-моему, 25-й. Кто у вас, Кирилл, 25-й, я не знаю, под номером, если я не ошибся. Зобнин там стоял, Зобнин, да, 47-й, кино немножко смотрел. Да. И они стоят спокойно, они выключились из игры, вместо того, чтобы закрыть вот этот вот пустые ворота, которые остались за вратарем. Они могли бы ликвидировать, и гола бы не было. Причем здесь опыт зарубежный, не зарубежный. Какая разница-то? А что в нашем чемпионате, что в том? Отсутствие сказалось в том, что не добили, не сделали 3-0. И обеспечили себе вот эту концовку, в которой команда, имеющаяся один момент, забила. Надо было раньше решать, в этом отсутствие опыта и отсутствие инстинкта. Понимаешь, мне кажется, что если не закончилась игра, то все должны быть в игре. Да. Это понятно. Вот это опыт. А если они выключились, они стоят, смотрят, как он спокойно в пустые ворота забивает мяч Спартаку. Откровенно говоря, мне это дело не понравилось. Спасибо. Спасибо большое. Мне вот в чем кажется еще немножко проблема. Почему ЦСКА сейчас, например, да, в лидерах по, ну, по крайней мере, в чемпионате, в лидерах в хорошем смысле, по пропущенным мячам? У ЦСКА очень хорошо поставлена игра в обороне. Они могут сушить игру, они могут перевести ее в то русло, Серебрый, когда... Какой-то ты хвалишь ЦСКА. Об этом чуть позже. Вот. В контексте Спартака я все равно это говорю. У Спартака почему-то нету наигранных моментов, когда они могут просто, как Бердыев, поставил автобус, и все 11 человек отбиваются. Сделал результат. Там, к 80-й минуте ты ведешь в один мяч хотя бы, да? Все, ставим, ребята, автобус. И полчаса на тренировке мы уделяем внимание только этому автобусу, чтобы после 80-й минуты, ну, я условно говорю, да, мы этот автобус, который тренировали на тренировках, могли поставить. Неким. Не так ли? Неким. Мне может кажется, это концепция автобус. Просто Каррера не такая. Он будет итальянец, он так не играет. Это не его тренерский почерк так играть. Ну так итальянцы, да, все играют в этом футболе. Это начало. Ну, все, ну сейчас знаешь, это все-таки немножко так у нас из 90-х, из 2000-х. Сейчас, сейчас достаточно результативно стала итальянская лига. Ну много там люди забивают, реально. Наполе, какой результативной команды стал. Это немножко такие у нас предрассудки относительно итальянского футбола. Это просто не концепция. Мы что-то пытаемся сделать. Вот Зенитом, да, выходит Зобнин на позицию защитника, закрывает фланг. Что-то пытаемся, да, делать, цементировать. Но вылетают защитники. И, ну, вообще, это многолетняя проблема Спартака, надежная игра Спартак в обороне. С обороной, да. Да. Карьера, я насколько понимаю, да, насколько помню, он же тренер был приглашенный как тренер защиты. Да, на защиту был приглашен. Ну, а почему тогда он не поставит игру? Неким, говорю тебе. Не тот состав защиты у Спартака, чтобы можно было... Ну, Джикию сейчас все вот очень хвалят, допустим. Ну, центр, да, центр более-менее центр. Да. А края, уже сколько, я третий год, наверное, уже говорю, что края у Спартака слабые. Не могут два защитника цементировать. Что значит слабые? Ну, слабые. Камбаров игрок сборной. Сколько можно говорить, что он не защитник? Он не защитник. Смотри, как он в обороне играет, сколько ошибок совершает. Да, он хорошо подключается. Ну да, и потом, знаешь, вот к Черданцу можно носить по-разному. По-моему, потом такую достаточно мудрую мысль высказал, что команда, которая играет в атаку, Спартак играет в атаку. Соответственно, должны быть исполнители в защите очень высокого класса. Как у того же Реала, там Рамос, который один в один могут останавливать. Если команда вся защищается, понятное дело, защитникам легче. Если команда атакует так, как Спартак, то уровень защитников должен быть выше. Но я хочу тебе немножко это... У ЦСКА есть Васин.
Нет, я не про Васина говорю. Я вот про тоже сборную возьми Бразилии, где были игроки нападающие великолепные, и защита была безобразная. Однако они становились чемпионами мира с таким составом. Поэтому тут... Если ты атакуешь и забиваешь, как бразильцы говорят, да, если мы забиваем больше, да, чем пропускаем, поэтому... Не, вот центральные защитники у бразильцев нормальные были тоже, всегда практически. А ты имеешь в виду просто про центральных защитников? Да, я сейчас говорю про центральных. А крайне слабые у Спартака, они должны помогать, а два защитника, они исправляются, а Спартак не играет с тремя, да? Нет. Не играет с тремя, вот так вот. На мой взгляд, не знаю, честно скажу, не знаю, кто ошибся в играх с Марибором, причем в двух играх, тренер, игроки, может быть, недонастроились, еще какая-то история. Но, честно говоря, жалко. Спартак в том состоянии, которое находится сейчас, на мой взгляд, должен был выходить в Евровесну именно в Лиге Чемпионов, а не в Лигу Европы. Ну, да, место, где в принципе, не теряя очки по глупому с Марибором, да. Победа на Севилье 5-1, все, дорога открыта. Да. Вопросов 10 нет. Очков сейчас было бы у Спартака, да. И спокойно можно было бы... Юрий Сергеевич, помнишь, сказал про Зобнина, а потом вернемся к матчу еще Спартак-Зенит. Да. Вот я посмотрел с Зобниным, когда он вышел, он же бережет себя, он после травмы сейчас. И вот он, когда забивали Спартаку Марибор, почему он не пошел? Он, видно, либо устал, он стоит... И он даже наклонился, да, мы же все видели, да, он так, такой прямо, да, наклонился, как будто он, была, у него отдышка. И прямо, там немного странно было. У него даже мысли не было бежать, помогать. Каррера выпустил первый матч после травмы, Каррера выпускает его не на своей позиции. Да. Он выпускает его, конечно, флангового игрока. Это странное решение тренера, когда человеку надо освоиться, опять этот наработать опыт, опять набиться. Войти в темпо ритм. Да, он ставит его на чужой позиции. Странное, хотя там можно было кого-то другого туда поставить. Давайте не будем терять время, идем дальше и смотрим результат второго матча, который состоялся в среду и, я думаю, порадовал не только болельщиков ЦСКА, но и болельщиков всей страны. ЦСКА-Бенфика 2-0. Жень, очень много говорят о том, что Игорь Акинфеев прервал свою серию. Об этом, не знаю, можно уже сериал снимать, и он будет, давай, наверное, только, даже давай, дольше. Давай в нашей передаче мы не будем говорить об этом. Санта-Барбара. Но! Давай. Я первый раз увидел ЦСКА, который играл с доминирующей позиции, с позиции силы. Команда была сильнее. Ну, я не помню, когда последний раз я видел такое ЦСКА. Ну, настрой был действительно очень хороший. Мне очень понравилось, с каким настроем мы играли. Но мы приехали после Хабаровска, где мы играли в минус 17 градусов, а здесь температура позволяла играть нормально. Да. Поэтому сыграли, мне тоже понравилось очень. В отличие от Спартака, да, когда у нас счет уже был 2-0, да, мы могли держать его так более уверенно, вот как раз мы поставили автобус сзади и могли играть вот именно автобусом. И ЦСКА очень часто этим пользуется. Часто пользуется. Делает результат, ставит автобус, играет на контратак. Ну, это, опять же, тактические схемы тренера, который подготавливает команду. Ну, и как же сказал Гина, что у нас вот все-таки где-то видел я карикатуру, где написано, как, говорит, у нас нет нападающих. У нас есть Верблум, Щенников и Автогол. Но три нападающих уже купил ЦСКА. Ну, надеемся, что нам будет везти. Ну, и, соответственно, в матче с Бенфикой. Да, мне очень понравилось то, что вот самоотдача была действительно. Вот ребята вышли и бились. Просто прекрасный матч. Я был на стадионе, а эта атмосфера, просто праздник был. Илья, скажи, пожалуйста, вот Евгений упомянул Вернблум. Новый нападающий в ЦСКА появился, да? Насколько можно сказать, что нынешний ЦСКА с прекрасным Надхо, хотя я этого футболиста в весну готов был, как говорится, отправить обратно на землю обетованную, да, с прекрасной форме, хоть Загоев восстановился и идет, да, Вернблум мы нашли наконец-то позицию в ЦСКА. Не на нем нарушают даже правила. Да, совершенно верно. Какой ЦСКА вот тебе напоминает именно вот нынешний состав? Нынешний состав. И есть ли такой состав? Ну, хочу сказать, что для меня, может быть, Женя что-то
Скажет, из более старых составов армейцев, может быть, 15-летней давности, но на мой вкус Гончаренко построил до некоторой степени оригинальную команду. Вот именно 15-летний, потому что, по-моему, последний раз ЦСКА играл со столбом, ну, таким относительным столбом, наверное, на Денис Попов. Попов играл, да, Денис Попов, да. Играл. Ну да, но Вербалм это такой нападающий со скидкой. Со скидкой, это правда. Это со скидкой. Причем со скидкой и так, можно сказать. Причем, да, не путайте с Black Friday, которая вот тут была на выходных, и вся Москва встала на выходные. Да. Нападающий, который, игрок, который суперграмотно играет. Человек, ЦСКА играет в 11 человек с Вербалмом. Потому что Ланары, Чалов просто свои функции не выполняют, к сожалению, по разным причинам. А теперь Вербалм делает классные скидки на Загоева, на Головина, и на Кучаева. Еще, и сам забивает. Что нравится мне, у него есть чуйка. Он, оказывается, в тот момент вот, мяч летит мимо ворот. Да, и правильно, когда вот Игнашевич бил, там, мяч летел мимо ворот, но он подставляет ногу, и мяч залетает. Это меньше карточек он получает, как нападающий. Там меньше стыков у него, и меньше просто моментов. Моментов пропустить. Сереж, скажи, пожалуйста, да, естественно, мы смотрели тот и другой матч. Я не скажу, что «Спартак» не хотел победить. Естественно, да. Каждая команда хотела победить. На твой взгляд, что сейчас ЦСКА, вот для ЦСКА, важнее всего? Именно в игротском варианте. В смысле, ты хочешь сказать, чемпионат либо кубок? Нет, я имею в виду важнее всего самоотдача. Да? Кирилл говорил о том, что, может быть, самоотдачи какой-то не хватило с Марибором. Может быть, везение, я не знаю, да, и автогол был, и забили, говорят, там вроде бы из вне игры. Тренерские какие-то разработки Гончаренко. Что, на твой взгляд, сейчас в ЦСКА самое главное? Удача, может, какая-то пришла, не знаю. Нет, ну я, наверное, скажу действительно самоотдачу, потому что ЦСКА действительно борется, это команда борец, да, но и раньше играли так, они были матчи такие, что действительно команда дожимала, тем более при новых, не новых, а при нынешних проблемах ЦСКА, это вот травмы, Женя скажет о них, расскажет потом, наверное, подробно. Ну, вот травмы и изменение состава, та же оборона, вот Набабкин, да, вот в последнем матче играл уже. Но все равно, понимаешь, вот это вот действительно тренерские задумки, вот эти выдвижения вперед Вербалма, ну, интересное, конечно, потому что тем более он играл. Вербалм уже играл. Конечно, там, он играл, его Слуцкий все время использовал. Не Слуцкий, но он в Швеции, говорят, играл. Нет, он в Швеции играл. А, может, я совсем давно, нет, я очень хорошо помню по прошлым сезонам, когда если что-то не получается, Вербалм идет вперед, он и он не один гол забил. А здесь выходит уже нападающим. Ну, в принципе, это так известно, просто сейчас это поставлено на поток. Ну да, да. Нет, конечно, апробировал это Слуцкий. Да? Он главы много раз но сделал. Но выдвигал, когда команда проигрывала, когда надо было какой-то навал делать. Во многих командах так делают. Да, именно в этом плане. Вперед защитника, либо там... Но я тебе хочу сказать, что все-таки Вербалм неспроста ушел вперед. Если бы, как ты упоминал, Бибрас был такой же, как и весной, вряд ли бы такая схема сработала. А здесь действительно, вот в этой части чемпионата, да, Вербалм играет... Надха играет просто замечательно. Великолепно играет. Мне очень нравится. В паре с Головиным просто прекрасно. Поэтому я думаю, что можно было отдать на откуп центр поля и его выдвинуть вперед нападение. Одно жалко. На неделю раньше и Понтус, и Надха приедут раньше на, не знаю, на Бали, на, там, куда там, на Суматру. Потому что матчи с Манчестером они не примут участие. Насколько это для ЦСКА крест? Причем такой... Реально жирный, большой крест. Кто может заменить, да, вот интересно. Есть ты знаешь, мы когда, напомните, 92-й год, когда мы приехали и играли с Барселоны, да, там тоже играли молодые ребята. И тоже можно было сказать, что ребят ставим крест. Однако приехали и победили 3-2. Надеемся на, тоже на это, надеемся на удачу, что везение будет. Ну, то, естественно, потеряли игроков, мы из-за травм играли в Хабаровске травму получили до конца года. И Жора Щенников сейчас выбыл до конца сезона. Ну, сезона, до конца вот этой части чемпионата. До зимы, до весны вернее. Вот, поэтому очень будет сложно играть. Очень. Но я надеюсь, да, удача будет с нами. Знаешь, в одном фильме было. Кто заменит, надеюсь, ты не сказал. Кто заменит? Да, есть игроки-то? Ну, молодежь. Я думаю, в центре может сыграть и Жамалетдинов может сыграть. Кучаев. Да, Кучаев может сыграть нападение. Кучаев, скорее всего, и сыграет. Да, сыграет нападение, да. Но на остальных рассчитывать на Витиню, как на главного,
скажем так, нашего чертика собакерки не приходит. Друзья, можно еще к вам вопрос, если позволите? Чем отличается этот сезон для ЦСКА в части в второй половине октября и ноября от предыдущих 7 сезонов? Это с подвохом вопрос. Никакого подвоха. Да. Ну, не знаю. Мне кажется, осенью всегда у ЦСКА бывали спады игровые. Абсолютно, да? Все годы, кроме этого. Игровые спады, это да, это правда, можно это отметить. Всегда говорили, что осень это не ЦСКА. Не ЦСКА, да, Ну, а весной это уже... Все-таки привет, Гончаренко. Ну, а весной, мы вспомним... Да. Я помню, как он рыдал тут, говорит, вот мы весной плохо играем. Ну что ж, действительно, действительно, в Лиге Чемпионов остается играть по одному туру. Спартак на выезде будет играть с Ливерпулем, и Спартаку нужна только победа. Исключительно, правильно говорю? Нет, есть вариант с ничьей, если Севилья проигрывает Марибору. По-моему, если... так. Ну вот я спорить не буду, по-моему, так. Если Севилья проигрывает Марибору, то нам достаточно ничьей, по-моему. Да, понятно. И у ЦСКА, в общем-то, тоже история такая, самая. Что... Не, я просто говорю, что вот мы ехали, разговаривали, да, сейчас просто Севилья должна проиграть Марибору, это из области фантастики, поэтому Спартак участвует. Севилья – это не Бенфика. Они играют дома, да, Севилья? Да, дома. Да. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз, Юрий Сергеевич. Меня все устроило в игре ЦСКА. С Бенфикой, кроме поведения Верблума. Оно мне, кстати, не нравится давно. Мне не нравится, что он будет спорить до тех пор, пока не получит желтую карточку. Он что, не хотел поехать в Лондон, что ли? Я что-то не понимаю. Ну, может быть, он поедет отлично, в Лондон. Что он будет, что он не поедет тогда туда, если у него будет желтая карточка. Причем ему не собирались показывать ее. Никаких претензий к нему не было. Жень, в чем дело, а? Вы что, хотите, чтобы я за Верблума ответил? Я отвечу вам. Порядок, что ли? Просто в чемпионате России Верблум имеет вес. И судьи его немножко как бы боятся. В Европе это не боятся. А то, что он отдается игре и весь эмоции, он не думает, что у него карточка когда-то была, что он следующий матч пропустит. Он об этом не думает. Он весь в игре, он весь в эмоциях. Здесь за разговор. От этого... Юрий Сергеевич прав. Здесь за разговор он получил. Да, за разговор. Не за грубую игру. Давайте все-таки скажем открыто и честно. Судья показал Верблуму желтую карточку, ну не по праву, не было там такого, нет, чтобы это что-то было. Он, ну да, он подошел, что-то начал объяснять, и все, и у него отошел. И этот побежал, значит, показывать ему карточку. Судья на самом деле был... Не надо, в эфире. Не надо. Хорошо, был неправ, я скажу. К нему никаких претензий со стороны судьи не было. Зачем выступать? Дело в том, что... Я вот этого не понимаю. Дело в том, что... Я не очень хорошо тебя понял. Зачем нужно оправдывать? Пусть он будет... Нет, не оправдывать, ни в коем разе. Дело в том, что он мог в полуборьбы, да, сказать и акцентировать внимание судье на то, чтобы не допускали впредь таких... таких вот нарушений со стороны соперника. В каждой игре, к сожалению. Он по-английски начал. Верблум, это такой тафгай, если хотите. Надо, видимо, где-то какие-то все-таки запретить ему этим заниматься. Это эмоции, не Юрий Сергеевич, это футбол. Ну, зачем ему в каждой бочке затычка-то? Ну вот капитан он, вот капитан, эмоциональный. Эмоциональный парень, что ты сделаешь? Ну ты там посодействуй, пожалуйста. Хорошо, я ему передам, что Юрий Сергеевич недоволен его выступлением вот в таких вот моментах. Договорились. Обязательно передам ему в матче с Тосно. Договорились. Ну что ж, пожелаем удачи нашим российским командам, тем более, в общем-то, и ЦСКА, и Спартак имеют полный шанс на то, чтобы выйти дальше в Лигу Чемпионов, а в Лиге Европы они уже себе место обеспечили. Будем смотреть Лигу Европы, как наши команды выступили на прошедшей неделе и в этом не менее уважаемом турнире. Итак, Локомотив Копенгаген 2-1 и Зенит Вардер 2-1. Друзья мои, евросезон, да... я имею в виду Еврокубки, в этом туре у нас вообще сложились великолепно. У нас три победы и одна ничья. В Еврокопилку мы положили приличное количество очков. Да, если посчитать, что у нас еще 4 матча здесь в группе, да. У нас выходят 4 команды. У нас где-то получается это 8. Да, еще 12, кажется, минимум 12 матчей. Короче, дают, да, за придем. Выход еще какие-то там баллы. Минимум 12 матчей, мы должны набрать свои 10 очков, и такой наш средний хороший уровень.
я полагаю. Да, ну, но Францию, конечно, будет тяжело догнать. Нет, у нас, конечно, мы не догоним. 3 очка разницы. При живом ПСЖ, куда их догонять? ПСЖ прет, да. 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 Ну что ж, давайте переходим к чемпионату России. 18-й тур, тем более были интересные матчи, увлекательный центральный матч тура «Спартак-Зенит». И давайте напомним и себе, и нашим телезрителям, какие матчи закончились какими результатами. Итак, «Спартак-Зенит» 3-1, и аплодисменты я слышу по всей стране спартакских болельщиков. Хабаровск Локомотив 1-2. Хабаровск не может противостоять ни ЦСКА, ни Локомотиву. Ростов Анжи 2-0. Сергей, твои отчаяния и надежды сбылись. Рубин ЦСКА 0-1. Да, Урал Краснодар 0-1. Ахмат победил Уфу 2-1. Тосно обыграл Арсенал 3-2. Ну и Амкар Динамо 2-1. Давайте начинаем с центрального матча тура, и это не мудрено, потому что «Спартак-Зенит», как говорил герой известного фильма, это касса, это вывеска. Итак, 3-1. Кирилл, поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Ну, игра, правда, игра была хорошая, игра была веселая, азартная, энергичная. Она была с бурей эмоций, симуляций, чего только не было. Удаление. Да, да. Удаление. Все было в этом матче. С дублем Самедова, который сперва забил, а потом в результате рикошета. Два гола и передача. Да, он туда и сюда, как Костя сказал, по-моему. Вот так бы «Спартаку» играть всегда, и мы бы видели бы «Спартак» 90-х, я думаю. Не в 90-х, мы поувереннее играли, поувереннее разбирались. Сейчас вот то, что не хватало с Марибором, эмоции, самоотдача, то, за счет чего «Спартак» в прошлом году стал чемпионом. Потому что мне в какой-то момент показалось, 2-0 для нас счет, понятно. В этом году это просто катастрофа. Уже, да, потом 2-1, да. Кокорин в штангу. Потом это было уже 4 раза. Это катастрофа для «Спартака» 2-0. И когда мы ушли на перерыв, то после второй тайма «Зенит» начал очень активнее. У меня было ощущение, что нас затопчет. Это потому что они с большим желанием играли. Может, у них не хватало сыгранности какой-то впереди, но желание было огромное. В этом плане великолепно сыграл Зоблин, который вышел вместо Самедова, по-моему, у нас на фланг и перекрыл лазейку, через которую постоянно прорывались Жирков, постоянно нагнетали. Мы сумели перестроиться во втором тайме, не сильно даже отдав «Зениту» инициативу, и сумели наказать его. На 99-й минуте гол забили, да, по-моему? Да, да, на 98-й точно. Да, ну то есть вот колоссальная самоотдача и наша сыгранность впереди. В отличие от аргентинцев зенитовских, они предопределили. Я отдельно хочу сказать про второй мяч, который был забит. Я такой комбинации в нашем чемпионате просто не помню. Это гол мирового уровня, это топ-класс. Как все и было удар, сыграно. Кстати, очень хороший был. В касание 5 передач и в касание пробито. Но это восторг. Я его пересмотрел потом 5 раз. Команде огромное спасибо за 3-1, а не за 2-2. Не говоря уже о том... Ну, 4 мяча. О важности... Да, 4 мяча. О важности с турнирного расклада. Если бы «Спартак» упускал очки, не дай бог, проиграл, мы бы отцеплялись однозначно от чемпионской гонки. Сейчас мы приблизились, по крайней мере, не к «Локомотиву», но к другим основным конкурентам, к «ЦСКА» и к «Зениту». Мы приблизились там на... Да, на вытянутую руку. Скажите... Учитывая наличие очных матчей еще с «ЦСКА» в конце. Да, это правда. Да. Об этом мы тоже поговорим. Скажите, согласитесь ли вы со мной о том, что сейчас, на данный момент, у «Спартака» лучшая линия нападения в российской футбольной премьер-лиге? Ну, мне кажется, наверное, ну, одна из лучших, это точно можно так сказать. А мне кажется, лучшая. Да, может быть. Они с четырьмя нападающими выходили, как-то играли, да? Да, мы прошлый матч с кем мы играли. Да, у нас было 4 нападающих, ну, так скажем, 4 атакующих игрока, которые бегают. Я Кириллу добавлю опять, я немножко «Динамо» опять затрону, Забнина. А он уже играл и в дубле, «Динамо», и в основе, когда начинал, он же был всегда крайним полузащитником.
Я не знаю, кто его поставил в центр тогда. Ну, это ваш, кто-то в дубле ставили еще. Кто-то начал, да, его, не помню, может быть, даже и Черчесов поставил его в центр. Возможно, вот, да. Но так он всегда, я вспомнил, что он, да, играл и в дубле играл, и начинал играть, когда выпускать его в основу, он играл крайнего. Но он очень добавил надежности, он просто так вот там сцементировал. Крайнего и правого? И сковал он. Да, мне кажется, правого играл. Вот он, вспомни, когда его удаляли, он выпускал его с Наполи, он же правого играл. А не левого? Он же ближе, вот его удалили, как раз он свалил. Ну, может свалил быть, я могу... По краю. Ну, может быть, ну, какого-то, ну, левого или правого. Я понял, да. Да. Не факт, я понял. Не важно, но он не играл центрального. Вот болельщик ЦСКА говорит о том, что не самая сильная линия атаки у Спартака. Но если мы начнем сейчас перечислять всех, да, пускай Промес нечистый, нападающий, да, можно говорить, мне кажется, о группе атаки все-таки. Группа атаки, да, конечно. Да, группа атаки. Группа атаки. Ну а как? Я искал линии нападения. Ну, в Краснодаре ребят сильно индивидуально тоже играют. Да, ну, одна на выходе все-таки, да. Но у них Локомотив нестабильно. Все, вот Фарфан сейчас у них начал, да, разыгрался. Колепать. Так что я бы не говорю, что прям на голову кто-то сильнее. Кокорина не прорывает в последнее время. Один из, да. Вот по поводу Кокорина, также еще отмечу, еще Джикию надо отметить, который бился как лев, там практически в одиночку сражался с неплохо атаковавшими питерцами. Просто он один в один их обыгрывал. Он один в один не давал им играть. Джики набрал какую-то потрясающую форму, и мне очень хочется, чтобы он ее, да, накануне чемпионата мира не растерял до лета. Иначе, ну, это игрок основной, игрок сборной России в центре. Я так уверен. Я Олега, наверное, да. Олега поддержу. Про Спартак он сказал, что действительно у Спартака вся линия, атакующая линия, очень сильная. Потому что мы сейчас, вы перечисляли сейчас Краснодар, там еще ЦСКА, ну, кто там еще там назвал? Ну, Локомотив. Там, да, считали, Локомотив. Да. Ну там мы назвали по одному имени, а у Спартака, да, можно назвать четверых, да, сразу. Поэтому действительно по атакующим потенциалу Спартак сейчас действительно сильнее всех. Ну, больше всех мы забили, по-моему, да? Правда, и пропустили, дай боже. Вот, ну, пропустили. А мы с этого, в общем-то, да, мы начали с этого. В общем-то, с этого и начинали. Так и играем. Спартак переиграл «Зенит». Я, конечно, понимаю, что для вас это... Трагедия. Не трагедия. Почему? А вы хотели самый «Зенит»? Лучший вариант в том плане, что Спартак все-таки подтянулся. Могли бы... Да. Да. Была бы ничья, я думаю, лучший результат. Ты любишь, какой результат? Ты любишь игру, не знаю, да? Мне кажется, поэтому, да, Спартака с турнирной точки зрения как-то даже... Ну, да. Ну, вот, но если бы мы не теряли вербы, мы бросили, то получился матч такой горячий. Такой. И атака не лучше, и гол не лучше. Ты думаешь? В дерби первый гол наш покруче. Ты будет. Думаешь? Да. Да, я тоже думал, мы забьем. И атака. Если завесить. О, какой-то между собойчик армейский у вас получается. А я все-таки спросил про расклады. Расклады, ну, на самом деле, по мне кажется, достойно ли Спартак все сделал? Спартак молодец, вопросов нет. Другое дело, что не везло катастрофически «Зениту». Я, может быть, даже где-то в глубине души симпатизировал за ничью, да, да, чтобы была в ничья. Мне кажется, чтобы, да, чтобы «Зенит» забил, как бы все-таки был бы привычный для «Спартака» счет 2-2. Да, но 2-2. Ты посчитай вот эти вот ничьи, которые мы, это 8 очков. И знаешь, вот мы уже, я тебе хочу сказать, я был рад, когда вы забили вот третий мяч. Вот я просто вот в восторге действительно был. Не в поросячьем восторге, но в восторге. В конском. В конском восторге. Что вы все-таки доказали. Тех, которые не забивают они, забивают им. Вот пускай они так закатывают. Еще если ты четвертый забили, я бы еще больше радовался, наверное. Отдельно скажу про болельщиков. Какой-то вот очень, мягко говоря, неумное поколение болельщиков растет. Или выросло уже, да, если на стадион их без родителей отпускают. Жечь фаеры за спиной своего вратаря. Да, безобразие. Ребята, вы идиоты. Ну, жгите, когда там Владыгин стоит, я не знаю. Нет, лучше вообще не жгите. Ну, это же надо. Он чуть не пропустил два раза, потому что не было ничего видно. Это вообще ума нет у людей. Это возмутительно. Мы такими не были. А по поводу фаеров еще даже наш тренер, самый главный тренер, да, у нас кто? Валерий Георгиевич был. Да. И он в одном матче, когда наши зажгли фаеры и нас могли дисквалифицировать, побежал и все сказал ребятам. Ну, я думаю, что Карелии пришлось бы бегать не одному туда. Не в эфире, да? Вот, говорит, да, ну, естественно. Естественно. Серёж, мы говорим, Спартак, может быть, не тот, какой был в прошлом году. Да, там какие-то эмоции были. Не появилось ли сейчас прагматизма в игре Спартака в желании показать то, что есть сейчас? Да нет, ну, Спартак, мне кажется, тот же, но
долго запрягал «Спартак», действительно. И, как Кирилл сказал, много очков растерял просто на пустом месте. Угу. Вот. Если в прошлом году где-то в каких-то матчах, мы уже упоминали об этом, «Спартаку» и везло, да, он где-то вырывал какие-то, в конце матча там вырывал победы, то в этом году, может быть, какая-то, вот, ну, не может же постоянно вести, правильно? Если не ошибаюсь, мы еще ни одной концовки не вырвали. Нет, практически нет. Если так здраво посмотреть, то «Спартак»… Меня слышно? «Спартак»… Попадает. «Спартак»… Я очень хорошо слышно. Да, «Спартак» идет по нарастающей, да, вот он… Вспомните, как он начинал, да, мы даже опережали, помню, в каком-то туре, да. Я радовался, что мы впереди «Спартака». По-моему, первый матч был «Спартак-Динамо», да? Ну, первый 2-2, тур был. Да, был. Вот, вот как началось там 2-2. 2-2. Так и... Да, 2-0 вели вы, 2-2 «Динамо» там на последнюю минуту сравняли. То же самое с «Тосном» было. Да. Вот, и поэтому я считаю, что «Спартак» сейчас понарастает, если, дай бог, у них все будет хорошо, без травм, и... то весной уже «Спартак» будет... грозные силы в борьбе за чемпионство даже. Считаю. Ну, я думаю, что в этой игре точно «Спартак» поднял свои акции, что называется, на чемпионство. Шанс. Нет, ну это важнейшее. Это за 6 очков, это понятно было. Это однозначно. Тормознули «Зенит», которому кто-то вешал медали после 5 туров уже. Да, кто-то я помню. Господин ведущий. После 5 я не помню, а после 10-го точно. Ну, как говорится, теперь у нас в чемпионате цыплят не по осени, а по весне считают. Поэтому посмотрим, кто из нас был оракулом. Давайте посмотрим, как был сыгран матч СКА «Хабаровск-Локомотив». Нет, к сожалению, представителя «Локомотива», но поговорить об этом клубе, ну, естественно, мы... наверное, обязаны. Итак, СКА «Хабаровск», «Локомотив» 1-2. На там, 93-й минуте «Локомотив» забил мяч с пенальти. Ну, кто-то говорит, что его не было, этого пенальти. Кто-то говорит, что там СКА «Хабаровск» сами виноваты. Ну, процентов на 70, наверное, 80 пенальти все-таки был. Да? Был, да? Наверное, все-таки был пенальти. Ну, да. Вратарь потащил штангу, и там что только не было. Ну, в общем, они своровали нашу удачу поработать, да. Считаю, потому что... Ну, в общем-то, да. Иначе бы... Иначе бы, да, сейчас «Локомотив», может быть, перед весной то уже можно было бы вообще вровень идти всем командам и к весне готовиться. Ну, а ты посмотри, смотри турнирную таблицу. «Локомотив» немножко вперед выдвинулся, а дальше идут 5 команд, очень, 4 команды идут очень... Ну, 4, 33, 32, ну, мы увидим, да, эту таблицу турнирную. Да, естественно, об этом поговорим. Давайте немножко коснемся темы матча «Рубин-ЦСКА», учитывая, что ЦСКА все-таки тоже находится в группе лидеров, как это ни странно, но и результат этого матча... Твоя любимая команда проиграла. 1. Все-таки... Да, да, поэтому я, в общем-то, так и высказался. Жень. За счет чего ЦСКА-то победил? И вообще последние матчи ЦСКА побеждает. Вот прям вот побеждает и побеждает. Побеждает и побеждает. С ограниченным. Ну, вроде не должны быть. Нет, а вроде не должны быть. Нет, нет. А побеждает. Все-таки положительные эмоции в предыдущих победах, когда было и на СКА, и над Бенфикой. Прекрасное настроение. Прилетели туда. Правда, холодновато было и заставляли... Ой, это я уже путаю мяч. Про Казань сейчас? Да, я про Казань. Ну, Казань тоже было прилично. Да, ну, по крайней мере, потеплее было. Ну, футбол потеплее. Показали. Мне понравился футбол. По крайней мере, я не засыпал. Не знаю, как... Как ведущий? Как ведущий, да. Может, он заснул. Но мне показалось, нормально сыграли. Могли побольше, конечно, забить мячей. Но то, что Рубин не бердыевский... Это 100%. Не, ну Рубин, извини. Еще этот... пока не дошел, да. Не набрал той кондиции вообще. Не, ну просто моменты он... были, почему? Ну, один момент, ну, максимум. В первом тайме там у него смотрел момент такой. Ну, такие, чтобы 100% я особо не увидел. А Азмун сейчас в Рубине? Да. И, насколько я понимаю, не забивает? Нет. Ну, лишь ноль. Чуть ли не мочи. Да. Поэтому я думаю, что эта команда немножко не... Чемпионат. Наверное, на следующий год Бердыев что-то сделает. А в этом чемпионате, ну, мне кажется, Рубин, ну, где-то будет в восьмерке, может, в девятке так. Восьмерки, в девятки, да. В десятки. Ну что ж, не выше. Ну, прогноз пессимистичный, да, прогноз для Рубина. Раньше Рубин был одной из самых непроходимых, скажем так, неудобных. Команд. Неудобных, совершенно верно. Неудобных команд для ЦСКА, а уж в Казани и подавно. Теперь ЦСКА побеждает третью игру подряд в Казани. Понимаю, до этого еще был и не Бердыев, скажем так. Да, да, здесь Бердыев. Да, тренировал все-таки Ростов. Что, все меняется в этом мире? Рубин меняется. Так. Рубин, когда было тяжело играть в Казани, Рубин шел в лидерах, был чемпионом, был в тройке, был точно в пятерке, а сейчас Рубин стоит, извиняюсь, на вылет.
по очкам. Близко, да, к этому. Очень близко к переходным матчам, там очко или два. Вот и весь ответ. Ну, давайте, в общем-то, об этом матче, наверное, и мало что мы можем рассказать. Давайте лучше мы поговорим о «Динамо». Я думаю, что для всех динамовских болельщиков, и это абсолютно заслуженно, это абсолютно правильно, о том, что буквально сегодня появился плакат, официальный плакат чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в Москве. И кто на нем изображен? А? Генков. Волк забивает. Естественно, это Лев Яшин. Сереж, мои поздравления. Мои поздравления. Ну, Лев Яшин, я думаю... Он там в Киде, кстати. Он там в сборной. Хотя он за сборной стоял в динамовском свитере всегда. Ну, а кого, Олег? Ну, давай... Нет, это я же заслуженно, конечно. Человек, который действительно взял золотой мяч, и один из ведущих вратарей, признан лучшим вратарем 20-го столетия, поэтому... Ну да, но это лицо нашего футбола. Лицо, да, скажи, да, я... Ну, Блохин, ну это Украина, ну, да? Это там, Украина, да. Что у нас? Белан. Собственно, у нас никого не остается. Ты Украину называешь. Ты сейчас в полном составе «Динамо Киев» называешь 88-го года. Да, мы можем много кого там вспомнить. Но, Сереж, вопрос. Традиции Яшина, традиции «Динамо», да, сейчас пока не получаются реализовывать в современном «Динамо». Мы много говорили о том, что руководство, во-первых, достаточно сложные структуры руководства, да, попечительские советы, советы над попечителями, наблюдательные советы и так далее, советы. И так далее. Все советуют, команда советов, блин. Да, и советуют. То, что «Динамо» будет в премьер-лиге играть в прошлом году, в следующем году, да, я не сомневаюсь. Что нужно перестроить «Динамо»? Руководство, тренерский состав, игроков, болельщиков, я не знаю, инфраструктуру, и почему не выходит стадион, по в конце концов. Я жду. И когда уже Генков выйдет? За молодежную команду играет и забивает. Он дубль сделал, я знаю. Он две игры подряд и забивает. Не, ну, Олег, ты все перечислил, все правильно. Все поменять? Не, ну не все поменять, но команда плохо усилилась перед чемпионатом, начало чемпионата слабенько усилилась. И тем более получили травмы ведущие игроки, а потом и те, кого прикупили, получили травмы. И выяснилось, что на остальных игроках выехать нельзя. Действительно, занимает то место, которое должно... Ну, может, чуть повыше. Вот последнюю игру, если взять с Амкаром, там, ну, две грубейшие ошибки защитников и два мяча пропускает «Динамо». Ну, и все. До свидания. Вот поэтому надеемся, все болельщики надеются, что на зиму, сейчас зимой подкупят кого-нибудь, выздоровеет уже Панченко. Мы думали, что Панченко заменим, оказалось, видишь, а Панченко незаменим оказался. То есть лучший бомбардир прошлого года, 24 мяча он там забил, а здесь он лучший бомбардир у «Динамо», представляешь? Он сколько в августе, до сих пор, последний да. раз сыграл в августе, и 4 мяча у него на счету, и он лучшим бомбардиром «Динамо». Так что здесь нет, это, конечно, колоссальные потери для «Динамо», да. потери этого ударного форварда, да. потому что вы бы очки с ним цепляли. Конечно, согласен. Просто даже не имея такой выстроенной игры, но имея такую пушку, да, всегда да. что-нибудь залетало. Я думаю, где-то в серединке бы. Мы бы барахтались, но, естественно, нам выше-то уже не забраться. По составу мы уступаем действительно первой пятерке, даже восьмерке, может, уступаем «Динамо». Даже «Рубину» тому же «Динамо» уступает по составу, поэтому... Да, ну, да. Соломку постелил сейчас под «Динамо». Ну почему постелил? Нет, ну, я и говорил вначале. Да нет, то, что «Динамо» не вылетит, это однозначно. Даже можете не сомневаться. Ты точно так же говорил. Давай быстренько скажу. Динер в свое время отказался от всяких советов, от всего. Просто команда стала отдельным клубом. «Спартак» практически то же самое. Там есть руководитель, есть кого спросить. У «Зенита», ну тоже можно сказать, тоже нет такого совета. А «Динамо» осталось, как было в старые советские времена. Там же какая-то архаичная структура. Архаичная структура, которую надо разгонять, понимаешь? И финансовые потоки идут налево-направо, непонятно, кто за что отвечает. Да, у семьи нянек, да. Да, у семьи нянек. Это точно. Ну что делать, а мы будем болеть, мы болельщики страдаем.
Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте посмотрим матчи 19-го тура. Они очень интересны. Нет какого-то такого единого центрального матча, да. Но тем не менее, ЦСКА Тосно, Арсенал Спартак, Динамо Ростов. Ну, мне кажется, это было бы интересно, да. Локомотив Рубин, Зенит Урал, Уфа Амкар, Краснодар Ахмат и Анжи СКА Хабаровск. Ну, может быть, да, Локомотив Рубин в какой-то степени. Ну, Рубин именно по имени. А так, скорее всего... Мне Зенит Урал, например, не очень интересен. Мне ЦСКА Тосно интересно. Видишь, это, там же хэт-трик Марков сделал. Да, этот, там ну, посмотреть его, да. А Зенит Урал, потому что сейчас, мне кажется, прав на ошибку Манчини совсем мало осталось. Совсем. Ну, и Арсенал Спартак. У Спартака получается, в общем-то, два выезда. Сначала с Арсеналом, а потом с Ливерпулем, что, в общем-то, тоже говорит о многом. Да, кстати, имена какие. Нам бы не перепутать, куда бы Арсенал ехал. А то же болельщики перепутают. О, мы же с Арсеналом, и умчаться в Лондон, да. А потом, о, мы с Ливерпулем, тогда мы здесь задержимся. Да, ну и давайте посмотрим турнирную таблицу. Она тоже, в общем-то, не принесла не изменения, но тем не менее Локомотив 39 отрывается от Зенита. Уже пятерочка так. Да, но пятерочка сформировалась, да. Тоже, мне кажется, абсолютно точно. Зенит, ЦСКА и Спартак, Краснодар будут разыгрывать Лига Чемпионской места и медали, соответственно. А там три команды. Да, ну и Ахмат, Уфа, Урал, скорее всего, уже обезопасили себя и от попадания в первую тройку, и от попадания в последнюю двойку. Ну и замыкают турнирную таблицу. У нас СКА Хабаровск, Анжи чуть повыше, ну и Динамо по дополнительным показателям. Мне ЦСКА надо болеть выше. Ну, в общем-то, да. Спасибо, друзья мои. В следующий вторник, как всегда, встречаемся на телеканале Видное ТВ в программе «Все грани мяча» и будем обсуждать футбол. Ну а пока болеем за своих. Пока. Пока. До свидания. До свидания.